Добрый день, уважаемые зрители! Хочу показать вам, как вылупляются цыплятки породы маран. Как известно, у этой породы яички темного цвета, скорлупка очень плотная, поэтому вот такой оптимальный я выбрала для себя режим на выводе. Температура 37,5, влажность 70%. Вот такая у меня шпаргалочка висит над каждым инкубатором. Вот здесь видно мараны. 23-е, вылуп. Сегодня 23-е число. Это говорит о том, что цыплятки выводятся в срок. Значит, вот такие у нас тут цыплятки. Вот они, два товарища. Такие вот мокренькие пока. Вот еще лежат яички. Все шевелятся, все живые, все здорово. Сейчас они немножко обсохнут, и я их, конечно, под лампочку понесу. Вот такие вот скорлупочки уже лежат. Камера немножко, вспышка искажает цвет, и скорлупки очень темные. Вот такие вот чистенькие. Все чистенько, все хорошо. Ну вот, в принципе, ничего сложного нету. Единственный момент, что повышенная влажность на выводе должна быть. Вот, когда обсохнут, я вам еще раз покажу, как это будет выглядеть, когда они обсохнут. Ну все, всем спасибо.